Благоустройство, уборку и ремонт мест исторического наследия обсудили единороссы Одинцовского округа. Встреча в местном штабе «Единой России» прошла в рамках реализации проектов «Историческая память» и «Чистая страна». В разговоре также приняли участие сотрудники МБУ «Одинцовское городское хозяйство». По итогам встречи был составлен график уборки памятных мест и мемориалов. В выполнении задачи сотрудникам МБУ помогут и местные активисты «Молодой гвардии Единой России». Их закрепили за определенными локациями в территориальных управлениях муниципалитета.